Это те изделия, которые, несомненно, подчеркнут статус обладательницы или обладателя ювелирного украшения. Для мужчин специально подготовлена выставочная коллекция. Это элитные современные дизайнерские кресты, причем абсолютно разнообразные, часть из которых со вставками из природного рубина. Есть кольца, подвески, запонки. Все золотые изделия очень высокого качества. В настоящее время в ассортименте компании более 4000 различных моделей. Уникальность фабрики в том, что мы используем бриллианты, изумруды, сапфиры и рубины только в высоких характеристиках. Все крупные камни у нас оснащены гемологическими сертификатами, международными сертификатами авторитетных гемологических лабораторий мира. Золото мы используем только первичное. Уральская компания впервые участвует в сочинской выставке, и только здесь можно увидеть вот такие эксклюзивные изделия, как серьги под названием «Российская императрица», завоевавшие гран-при на выставке международного уровня. Здесь представлены изумруды 16 карат. И эти серьги действительно эксклюзивное украшение, которое достойно передаваться из поколения в поколение. Мы создаем такие украшения с натуральными драгоценными камнями, с высокими характеристиками класса экстра и коллекшн. Много единичных вариантов. Авторские идеи талантливых дизайнеров не оставят равнодушными ни одну женщину. В широком ассортименте яркий бриллиантовый ряд украшений. А вот редкий самоцвет под названием «Танзанит» в эксклюзивном гарнитуре «Легенда Танзании». Необычной красоты изделия с изумрудами «Арабески» и коллекция «Мохито». Изюминкой стенда стали ювелирные украшения с природными цейлонскими ярко-васильковыми сапфирами. Неповторимые серии обручальных колец – белое, желтое и красное золото. Привлекают изделия с полудрагоценными камнями, цитринами, аметистами и дымчатым кварцем. Все это продукция ювелирного холдинга JF Karat, который представлен на выставке «Золото летней столицы» до 10 августа. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.